Привет, друзья. Приступили к сбору стенки. Женя вот собирает нашу вот эту вот стенку торцевую. Сейчас нарезает. Металл, хотел сказать, дерево. А мы еще, получается, помните, вчера поднимали наше основание. Сейчас вот происходит еще процесс. Процесс еще одну вот сторону надо прогнать. Нашу мембрану прицепить. И будем уже вот эту вот сеточку от грызунов потом цеплять, которая у нас еще осталась. И все. Такие пока у нас дела. Как-то медленно идет. Энтузиазм чуть-чуть пропал. Но надо идти вперед. Так что работаем. Смотрите, Женя как убивает тут нашу стенку. Слушай, собирать надо. Он ее делает. Разлетали самолеты. Так, нам еще осталось вот прицепить к низу сетку от грызунов. Сейчас опять в V-образной форме это лазить, партизанить. Но мы все родом с Беларуси. Так что для нас это ничего страшного. Вот смотрите, как получилось. Мы тянули так нашу мембранку. Вот здесь вот косяк. Видите, там чуть-чуть волной пошло. Ну, первый раз делаю. Так что всегда бывают какие-то нюансы. Ну, мы работаем дальше. Давай вниз подсунем. И все, закатать. Повылазили мы со своих нор, накрыл нас дождик, такой достаточно большой дождик был, поэтому пока сейчас мембрана чуть-чуть просыхает, там немножко сырое, ждем солнышко, сейчас может оно появится, поэтому мы решили приступать к сборку нашей торцевой стенки, пока время, чтобы не тратить, пускай все тут подсыхает, так что работаем пока со стеной, но мы движемся вперед, так что. Видали? Женька какой. Вот так вот, ребят, работаем.
Так, ребят, вот пока тут все просыхало, у нас остановилась наша работа с платформой, и мы пока делали нашу стену. Стену мы делали из доски 100 на 40. Она не такая тяжелая, да и для нашего летнего домика это вполне. Утеплителя здесь будет 100 миллиметров. Вау, мы еще тут, смотрите, мы все работаем. Сделали сеточку от грызунов, прицепили все. И сейчас намечаем наши коммуникации, проходы, где вот сейчас сделаем отверстия, все вот эти вот. Сейчас ПНД-труба питьевая, вот от скважины, которая у нас идет. И здесь вот канализацию мы сделали. Как-то чуть-чуть медленно идет, но вот это вот сейчас последние этапы. Мы добиваем эти и начинаем опускать нашу платформу и будем уже утепляться, будем уже возводить стены. Ух, не терпится уже. Вперед. Женя, смотрите, уже злой как черт и красный как свинюшка. Так, мы провели наши все коммуникации через нашу мембрану и сетку. Сейчас нам надо еще это все подшить доской снизу, тоже это все поджать. Будем шагом 300 миллиметров это все делать. Сейчас вот уложим 6, нам надо 6 досок прикрутить и по периметру еще взять, стянуть. Тут по периметру тоже наши доски подготовлены все. Их там будем схватывать. А здесь сейчас поприкручиваю, просверлим отверстия, чтобы саморезы быстро вставлять и их на весу там уже нормально крутить. А так все, наша коммуникация уже на месте. Все вывели. Ну, еще при опускании там вылезет у нас канализация. Так что работаем. Еще одну принеси, да? 6. По шву. Ты не по шву идешь. Я четко по шву. Четко? Все? Где он? Вот так. Ага. Ну нет, вот так. Так? Вот так. Смотрите на него. Он матерится. Вы думаете, он улыбается? Он матерится. А вообще, мы, смотрите, закончили нашу подшивку нижнюю из балок. Все. Сейчас осталось только самое трудное, это все назад опустить. Но мы постараемся это сделать. Даже, наверное, чуть-чуть заснимем процесса. Хотя он будет с матами. И, наверное, будет злой процесс такой, но мы его заснимем, так что. Извините, ребят, забыли камеру включить, но мы тут уже опускаемся потихоньку. Уже практически сели, с этой стороны уже присели.
красивый. Нормально. Дверь у нас. Че, утеплитель? Пилим. Ну вот. Жалко, вы не засняли с самого начала, как там процесс был опускания. Там повеселее было. Тут уже на опыте, так сказать. Так что... Как видите, мы опустили нашу платформу уже на фундамент. Вы все будете говорить, нахера, вы все будете говорить, зачем мы это делали, столько мучений и всего остального. Ну, хотелось просто низкую платформу, низкий участок, типа на низком месте сидеть. А чтобы подойти мембраной и подшить сетку от грузунов и все остальное, мы не знали, как это сделать. Пришлось так вот мучиться и поднимать. Если вы знаете какой-нибудь другой способ, который можно было быстрее бы это сделать, тогда пишите комментарии, комментируйте и давайте дельные советы. Буду только рад слышать и видеть. А еще надо проверить нам диагональки наши. Если наши диагонали совпадут, значит все нормально. Так что дальше пройдем работать. По факту увидите, что там будет. Мы просто не знаем, какой перечень сейчас будет. У нас два этапа таких. Это стена и утеплитель. Будем посмотреть по факту, что будем делать. Смотрите, закидали утеплитель. Я не знаю, сейчас, наверное, может, плохо будет видно. Закидали утеплитель. Урсу я использовал. Не знаю, насколько она хорошая или нет. Но я думаю, для этого домика достаточно будет. Сейчас еще будем мембрану прокидывать. Но я уже этого показывать не буду, потому что темнеет. Завтра конечный результат покажу и все. Так что... Клеим. Клеим не мембрану, а пароизоляцию. Так что так как-то накрыли пароизоляцию. Только еще не пристреливали, надо еще степлером пройтись, прострелять ее. И тогда будет нормально все. А так в целом у нас все нормально. Так, идем, работаем.